Возгорание произошло 7 октября в 22 часа 47 минут. По адресу улица Кузнецкая, дом 28, выехали два отделения пожарной охраны. Обнаружено горение открытым пламенем внутри веранды частного жилого дома. На момент возгорания ни хозяев, никого в доме не находилось. Пожар удалось потушить до того, как огонь успел серьезно повредить здание. Тем не менее, большой участок веранды выгорел полностью, пострадала и внутренняя отделка дома. Причиной пожара специалисты считают неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц. Дом вполне мог загореться из-за проникших внутрь бродяг или ведущих асоциальный образ жизни хозяев. Максим Тятов, Антон Карев, телеканал «Русский Север».